Со дна поднимала всю грязь, ревела, бурлила, спешила, как будто с собою борясь. Река не текла, а крушила. Сплетая потоки воды, течением камня мешала, с лицом неизбежной беды селищей своей увлекала. Несла на кипящей спине и бревна, и мусор, и баржи, что в мутной ее глубине тонули уже не однажды. И падала речка в обрыв, летящим фонтаном срываясь. Он был, несомненно, красив, на тысячи брызг рассыпаясь. И в реку бы ту не входить. Но вот парадокс. Сотни лодок спешат по течению плыть, не слыша ничьих отговорок. За лодками шли корабли, на борт захватив шик и праздность, и многие б люди могли в бинокле увидеть опасность. Но логике всей вопреки, подобно безумному стаду, любуясь пейзажем реки, неслись корабли к водопаду. Но речь не о них, а о том, кто в лодке, почти обессилев, но видя поток за бортом, концовку маршрута предвидев, гребет день и ночь, год и два, и против течения весла гребет, и молитвы слова твердит то победно, то слезно. А с палуб больших кораблей, к себе зазывая в удобство, кричало немало людей: «Зачем этот цирк и упорство? Смени направление, шут! Зачем тебе зря напрягаться? Ты выбрал неверный маршрут! Да что с чудаком объясняться?» Так в гуще враждебной среды один против тысячи мнений, один против силы воды, под резко с чужих изречений он плыл и в своем убежден, насмешки терпел и смирялся. На маленьком судне своем, пусть медленно, но продвигался. И вот стало легче грести, течение вдруг стало тише, река перестала нести, как будто пришла помощь свыше. И здесь, разжимая кулак, герой наш решил: получилось! И, выпустив весла, обмяк, на грудь голова опустилась, а мысли шептали: ты смог, смотри, тихолодку качает, а ты изнемог и промок. Поспи, ведь река позволяет всего лишь минутку и в путь. И вторило мыслям все тело: позволь хоть чуть-чуть отдохнуть, а после возьмемся за дело. И словно свинцом растекаясь, с плечей и до пят злая дрема уснул. Ну а лодка, кружась, и ветра дождалась, и грома, и к разным плыла берегам, на камни не раз натыкаясь, навстречу зовущим волнам течением вновь увлекалась. Один за одним поворот, но спит человек непробудно, и весла упали за борт, и вам догадаться нетрудно о том, что прошел целый час минутного сна перерыва, а лодка неслась и неслась, пока не упала с обрыва. И нам ли в пути отдыхать? Река вырвет весла и сбросит. Нам время грести, а не спать. Течение быстро уносит. Ты рук своих не расслабляй. И если вокруг все спокойно, прошу тебя, плыть продолжай. Пусть трудно порою и больно. И сколько б ни плыли мы дней, ты помни, от Господа сила. И в лодке надежной своей греби против целого мира. Не зря нам дана благодать, чтоб нас укрепить в водах мутных. И я вам осмелюсь сказать, средь суетных дней и распутных, неважно, как кто начинал, как верно кто шел и отважно, венчает настолько финал, начало же будет неважно.